Так, ну что, доброе утро, леди и джентльмены, господа и гости столицы. С вами опять Сашок. Сегодня 5.11.2018. Вон там на горизонте виднеется рыбак. Это Алексей. Лёх, скажи здрасте всем. Здрасте. Вот. Мой приятель. Мы тут уже 3 дня с ним рыбачим. Вот 2 дня все было плохо. В общем, сегодня у меня обнова. Но об обнове чуть попозже. Палочку обрыбил уже. Поймал вот такую щучку. Ай. О! Бедненько из сети вырвалась. Сейчас мы ее отпустим. О! Красавица какая! О! Крокодильчик такой. Приятный. Вот. Все, отпускаем рыбку. Не будем ее мучить. Давай, родная. Давай, давай, давай. Пошла, пошла, пошла потихоньку. О! Так, всем здрасте, теперь можем поздороваться. Значит, что за обнова? Первое, у меня шнур новый, юджик, решетка 0,2. Вот. 2 дня его уже тестю. Хочу сказать, что по забросу мне он больше понравился, потому что, ну, по моим соображениям, кидает он получше, чем Sunline Siglon. Вот, но на ночью вне конкуренции остается. По поводу палочки, у меня сегодня... У меня сегодня Street Tracer. Вот такая палочка. 2,30 длиной от 0,8 до 7 грамм. 2,6 ЛБ по леске. Вот. Джикрик у меня... Сейчас стоит 2 грамма с небольшим, сколько врать не буду. Но, наверное, в общей массе где-то около 2,5-3 грамма вместе с приманкой. О. Палочка стоит порядка 4 тысяч, ну, ближе к 4. Очень живой кончик, их там 3 модели, 2.1, 2.2 и 2.3 в росте. Вот, ну, в общем... 2 дня не снимал, потому что, ну, снимать практически было нечего. Был ветер, было холодно. Мы вот с Алексеем кое-как там по десятку, может, по полтора, по двадцаточке окуней за утро кое-как. Ну, в общем, мучения одни. Это вот от таких пипищных. Ну, вот вчера, по-моему, позавчера там где-то по окуню, по такому нормальному поймали. Все остальное, конечно, да. Ну, ладно. Короче, все, продолжаем рыбалочку. Буду включаться периодически, когда будет что попадаться. Леха у нас, кстати, начинающий, этот, господи, как оно правильно называется, я забыл. Микроджигит, будущее. Пока вот он вчера на фаре уловил. В принципе, я так понял, ему все понравилось. Вот, но думаю, за зиму приобретет себе палочку подлиннее, позвонче. Вот, так что в нашем полку прибыло. Потихонечку осваивает это дело. Вот, там посмотрим. Ладно, все, потом включусь. О, Леха на тилогу. Какого окушка зацепил. Класс. Молодца. Так, погнали. О, Леха меня обрыбливает, блядь. Короче, вот. Вот так вот. Так сказать. Профессионалов микроджигового движения. Их же ученики. Обрыбливают запросто. Смотрите вот так вот и никогда не делайте. Он вчера танцы с бубном ночью танцевал, у него, блин, рыба на каждом забросе берет. Еще брать. Покидал и Street Tracer. В общем, палочка мне понравилась. Очень звонкая. Поймал еще пару окушков на нее. Леха, правда, гад, вон обрыбливает меня по-черному там, просто, блин. Но я его притоплю, если что. Там он плавать не умеет, я это знаю. Вот, видите, хвастается уже. Вот, наверное, пригрел змею на груди, блин. Ладно, перехожу сейчас на мормышник, соскучился по мормышникам. Погода пока позволяет, ветер у нас стих. Вот. Сейчас попробую немножко помормышить. Посмотрим, что из этого получится.
так. Палочка в таком чехле идет. Максимус Street Racer 23 уль. Очень даже симпатичный инструмент. Мне очень понравился, порадовал. Чуйка приятная. Все очень даже замечательно. Ну что, ребят, мормышник рулит. Все как всегда. Мормышечка 1 грамм. Мотылик беркой. А, пожалуйста. Такой боец. А, погодка нас сегодня прям на странность балует хорошим. Хорошей погодкой, вернее, балует, поэтому... Приятно рыбку половить, когда солнышко светит, а не когда вам ветер в харю, блин, и не клюет нифига. Ну вот, уважаемые леди и джентльмены, приманочки, сейчас, во, все клюет, все ловится. Леха мне сегодня обрыбил по-черному, молодец. Так, ну что вам сказать, братцы рыбаки. Солнышко вышло, пригрело. И рыба вроде перестала. Мы с Алексеем уже километра полтора-два, наверное, три. Нет, километра два отпахали. В общем, тишина полная. Вот. Погодка благоприятствует. Ветер северный сегодня. Слабенький. Но рыба брать перестала. Вот. Приманки по поводу палочки еще раз скажу, очень интересный инструмент. Ну, я еще, конечно, половлю на нее в этом году, попробую. Длина, еще раз хочу сказать, их там три модели: одна 2.10, другая там 2.20, вот у меня 2.30, забрасывает изумля на юджике. Ну и втором заброс 1,5-граммового джигрига очень даже впечатляет. Вот сейчас поставил айс-кубик на нафил 0.02, катушка кастинг шарки 2 1500, но тишина. Уменьшился в весе. Ставил мормышку, поймал пару писюнов спортивных очень на мотылика Беркли. На этом дело все затухло. Вот. Еще хочу подметить, что очень остыла вода по сравнению с вчера и позавчера. Не знаю, с чем связано, но сегодня мы в воде замерзли больше. Хотя термоноски одеты и так далее, тому подобное, но холодно очень. Вода прям здорово остывает и быстро. Вот. Ну, что хочу сказать. На этой позитивной, негативной ноте обзорчик свой я заканчиваю. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Вот. На рыбалочку еще походим в этом году. Я думаю, еще порадует нас погодка плюсовой температурой. Вот. Всем приятного просмотра. Всем пока. Так, ну что, ребята, сейчас произошло то, что обычно бывает, когда солнышко выходит. Отдай. Смысл, значит, в следующем. Сейчас пригрело, сейчас время около 12 часов дня. Вот. И окуневый клев очень активизировался. Вот такие бойцы. Мы уже с Лехой тут по десятку два, наверное, выдрали. Опять заработали темно-зеленые цвета. С блесками, с красными. Я вообще вот тут обнаглел, мормышку такую вбубинил.
грамм полтора, наверное, и подсадил на нее джавастика. И очень даже клюет. Практически почти на каждом забросе. Почти слово ключевое здесь, но поклевывает намного активнее и лучше, чем клевала с утра. Не считая той бешеной щуки, которая жизнь самоубийством решила покончить у меня на крючке. А вообще, приятель у меня хитрый человек, вы знаете. Я вот ушел туда вот, а он тут стоял минут 20. Я там стою, у меня не клюет, а он 20 минут здесь рыб. О, все на ваших глазах. Видите, тащит. А черт, зря показал. Не тащит, ошибка, сход. Ладненько, все. Всем счастливо. Ну что, ребят, я вам хочу сказать, это уже, блин, прям... Очень приятная рыбка. О! Какой красава, блядь. Это так, если померить. Ого-го. Ну, шик, блеск, красота. Красавчик какой. Да я тебе никотиновый поцелуй сделаю. Спасибо тебе. Свободен. Ой, блин. Вот это прелесть. Ну вот. И Леха крокодила зацепил какого классного. Между прочим, приманочка с Алиэкспресс. А, красава.